Все, стрим начинается. Я реально хочу вас поздравить просто с героическим турниром. Что общий вес пойманной рыбы был 1 тонна 728 килограмм. Мы чуть-чуть не добрали до рекорда нашего 2019 года. Но там были другие условия, там был средний вес 4 килограмма. Сейчас средний вес рыбы 2 килограмма. То есть вы поймали в 2 раза больше рыбы за то же самое время. Подумайте. Легко, да, так я говорю, что вот это количество надо умножить еще на 5. Вы же понимаете, с двадцатками набрать 700, тонну 700 очень легко. А попробуйте это сделать с килошными карпами. Попробовали и сделали. Короче, давайте начнем сразу, как у нас положено. Мы вначале вызываем тех, кто не занял никаких мест. К огромному счастью, на этом турнире не было ни одной команды с нулем. Все команды отловились. И даже команды, которые типа на последнем месте, извиняюсь, тоже как бы 17 килограмм совсем уже не так уж плохо, если взять прошлый год. Так что начинаем. Команда из тех, кто остался. Подождите, а Помпей? Уехал, понятно. Команда с общим весом 17 килограмм. Слушайте, может, я не буду зачитывать? Надо, у вас у всех есть таблицы, все знаете. Окей, команда Big Fish Prestige. Okay. А, стоп, кто-то фотографирует, А кто? Блин, положили фотоаппарат, зачем? Для меня, что ли, его положили? Серега, подождите, ребят, секунду. Жень, подожди секунду. Отдай кружку. Нет, так он все равно с кружкой фотографируется, а не в момент, когда он тебе ее ты даешь. Вы же выдержали. Действительно, вы же все вместе, вы же не один. Встаньте под эту самую. Стоп, сейчас закрываем. Либо внутрь, либо стоп, туда, чтобы стоп не закрывал. Давай наружу. Давай вот так вот ставь. Вот. Лучше на улице, под дождем. Есть? Да. Кружки? Спасибо! Будете пить горячий кофе и вспоминать. Судьям большое спасибо отдельно. Кружки фотографируем. Так, команд. Я читаю только те команды, которые остались. Окей? Эти три тоже, да? Команда НКК. Да, там и стоит. О! И тут третья с бутылкой. Ну ладно. Да. Команда Дельты нет. Акс! Стоп. А, мы сразу как бы вызываем на кружке. Команда Карпро. Дельта Су. Велока Шурле. Бентайм. Бентайм же. И саму има. Дега. Таму для до. Фиюх. Команда Бинго. Можно вызывать? Да. А? Да. Часаса на фон. Команда АСА! Вы искали вчера выпили. Спасибо судьям. Спасибо вам. Да, вот здесь. Хватило плюнуть? Хватило. Спасибо. На себя ты не можешь? Нет, не хочу. Блин, где это? Как и
Команда Big Carp. Вот, Big Carp, ты видишь, лидер, это зона, место в зоне. Мы закончили с оставшимися участниками, которые просто участники. А теперь мы переходим к различным номинациям. Первая номинация это Big Carp. Carp Pro! Вот он просто. Куда? Тут место. Рега, Итак, переходим к местам в зонах. Первое место в зоне А заняла команда «Лидер». Худенький, Бабочкин. Я могу только одно сказать. На грудь, пожалуйста. Третий диплом потерялся, честно. А где протокол? На чье имя? Ну, на имя Ромы. Ну, Рома. А медаль? Все есть. Рома Натанович, ты просил медальку. Вот тебе медалька. Ромчик. Кубачок. Ромка, диплом типа у меня дома просто остался. Твой. И третий. Давай, давай. Рома, ты будешь фотографироваться. Ну туда к фотографу. Андрюша. Кружки. Кружечки. И кружечку, дай кружечку. Я дал. Фотографируйся. Ну, Андрюха. Пока ешь овсоход БЗ. Ну, они просто ниже. Немножко не по порядку не играет роль, просто по списку. Первое место в зоне С, я считаю, честно и справедливо заняла команда Wilson Team. Старались. Я секундочку, ну сейчас, у меня есть еще кое-что добавить потом. Кружечки. Чашечки. Еще видео. Санти, вот так? Нет, это еще кастинг осталось. Белорека. Подожди, а где напасники? Еще раз. Видри. Видри, окей. Все нормально. Это да, отдельно. Да. Подождите, секундочку, не уходите. Дело в том, что... Что называется, блин, награда догнала героя. Это дипломы и напальчники за победу в соревновании кастинга в 2019 году.
Ух ты! От Олега Белорекова, Россия. Сфотографируйте с ними, пожалуйста, он будет просто очень рад. Сложи его, сложи. Так, чтобы было их видно. На пальчики тоже желательно. Трое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо всем. Спасибо огромное. Куча страшная идет. И первое место в зоне Б. Команда Jetstream. Саш, поделись. А у вас ведро открой. И тоже сфотографируйте с ними, пожалуйста. Достаньте их. Вообще нужна реклама. Ручки ведро поставьте. Сейчас ведро упадет опять. Улыбаемся, Маша. Ну все, молодцы, ребята. Спасибо вам, ребята. Молодцы. Ну, наконец-то переходим к первой тройке. Третье место заняла команда Бобер Эл Фокс. Не завидовать, а пожалуйста. Ой, блин! И на пальчик, если можно, возьмите в руки, пожалуйста. Я взял. Так, нормально? Вообще-то тогда за рукам еще три. Илюша, разверни ему медаль. Кто-нибудь еще рекламируется? Да. На том сидят. Да. Ну давай. А тележку даете? Не, ну вы дали подарки, я тележку. У вас есть тележка. Ну так по частям относите. Ну. Ты сфотографировал? Да. Помогите ему поднести. Уберите команду с пьедестала. Это вопросы к Сандлеру. Сандлер тебе кирпичей наложил. А теперь до машины. Все. А что он такой легкий? Второе место. Второе место заняла команда Bradex. Нет, подождите, финальное фото! Финальное фото! Сейчас так ливанет финальное фото. Ну. Не, ну первый подождите, сейчас фото поедем домой. Дипломы. Большое начальство.
туда. Спасибо, ребята! Попросите помощь зала. Положи сверху, да. Там просто вы не потащите это все. Ну помогите кто-нибудь, алло. Ну все, последнее этот вот остался. Ну давай. Все, и последний победитель турнира. Команда «Карасики». Где они стоят? А мы потом заберем это, оставь там. Кому это надо? Я фоткаю. Он вилку пулил. А, не-не-не-не. Это Кашмулин болел, третий, четвертый, который не был за замену выходил. Ну это Кукуливу? Да. Андрюша! Андрюша, иди сюда на секунду. На секунду. Это потом отдашь Валерию. А, вот так делать. Серега отдаст. Кир, мальчик? Спасибо. Или на фильме идут? Один. 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 Один грамота. Грамота. Надо обязательно. Игорь, проси, давай. Сейчас активно расслабишь и будет. Все прокончится. Все прокончится. Сделаешь фотошоп. Ребята, одну секунду. Это не вам как бы не относится, вы можете идти. Просто ну невозможно не сказать спасибо тем, кто дал эти призы. Это наши спонсоры. Это Гена Тобис, магазин «Клуб Рыбака». Это Саша Альпин, магазин «Альпан». Это Игорь Сандлер, магазин, не знаю, как его называть, завод «Ника». И Олег Белореков из России «Напальчники». Теперь по-быстренькому, пожалуйста, сделайте. Можно сказать спасибо судьям, которые провели эту работу, как провели участники. Огромное им спасибо за это. Судьи! Фото и все. Я свое получил. Мы сейчас будем... Да, общая будет, поэтому тебя пока не забирай. Так, а ты их будешь в толпе? Время. Нет. Сейчас мы все смотрим. Вместе с судьями. Все, давайте быстро команды сюда делаем общий снимок. Сережа, сюда! Что ты там стал? Сюда. Ребята, повернитесь, пожалуйста, лицом к фотографу. Готовы? Где птичка? Даник, я его держу за это вот. Распрягаешь, он мне пальцы все попереломает. Он мне две дырки в пальцы сделал. Саша, ишь битва? Я моркнул! Две дырки в пальцы. Всех поздравляю! Всем огромное спасибо! Давай!